Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, гости моего канала. Сегодняшнее видео будет о канарейках, о той кладке, которая была помещена в свое время в инкубатор. Это вот я подсадил самочку беленькую, этому рыжему амадинчику. Может, думаю, с ней толк получится, потому что с той самкой что-то делов нету. Итак, перейдем к нашим канарейкам. Вот вы видите, Кеннер поел, у него новая самка. Здесь я, кстати, посадил таких вот двух орликинок. Хочу получить от них красивую орликинку. Это вот самка, а там он самец. Итак, вот здесь у меня есть запись, то что в 13 номере самка приболела. Яйца переложил в инкубатор, потому как самка померла в конце концов. И вот сегодня как бы день выводов приблизительно, вчера, сегодня, позавчера можно было ждать яйцо. И я просветил те 4 яйца. Из 4 яиц было, значит, вот я их тут оставил, сейчас покажу. Вот, из 4 яиц получилось только одно яйцо, было нормально оплодотворенное, там бился эмбрион. Вот одно яйцо, вот это был болтух, вот он такой большой. Болтух так и остался. Вот это большое яйцо. Тоже болтух. А вот в этом яйце я немножко расковырял его, смотрел. Здесь был эмбрион, но в процессе развития он плод замер, и яйцо, в принципе, высохло. Вот оно сухое. Остался только один оплодотворенный. Значит, я его вчера подсадил к самочке, которая у меня была ближайшая здесь. Сейчас. Вот я посадил вот в этот номер под номером 3. Тут карандашом еще написано 4. Я просто номера переписал. Вот здесь, значит, у нее также яйца выводятся, как и те яйца, которые лежали в инкубаторе. Только, ну, может, в инкубаторе, допустим, сегодня. Ну, кстати говоря, сегодня вылупилось у нее яйцо. То, которое было в инкубаторе. А ее яйца, возможно, завтра, послезавтра вылупятся. Ну, небольшой срок, я думаю, ничего страшного. Сейчас я вам продемонстрирую. Я сегодня утром смотрел, сейчас уже у нас обед. Сейчас мы попробуем потихоньку согнать самку. Делайте это аккуратно, и вообще это не рекомендуется повторять, самку сгонять в гнездо. Я делаю на свой страх и риск. Вот мы видим первенец 2018 года, птенец. Если я ничего не перепутал, то у этого самца, это вот то, что дрались в 13 номере, самка желтая, а самец был орликина, который сейчас у меня сидит. Где-то он тут с другой самкой сидит. Ну, ладно, сейчас не об этом. Мы видим, что птенец активно просит кушать, значит, он голодный. Зоб у него, в принципе, пустой. Сейчас мы положим ему еды, в смысле матери, пусть она его кормит. Так, возвращаем назад. Ну, в общем, вот так вот. Такое вот у нас как бы развитие событий тех яиц, которые попали в свое время в инкубацию. В инкубатор. Выкармливать будет вот эта самка. Тут темно. Ну, в общем, желтая самка. Вот я включил свет. Вот такая самочка будет выкармливать этого птенчика. Тут на видео не видно, но у него на голове темненькое пятнышко на голове. Все, значит. Также еще сегодня вылупился птенец у другой самки. Сейчас покажу. Вот в номере 1. Это который над номером 13. Те, что нормально жили, не дрались. У нее сегодня тоже вылупился птенец. Вот она сейчас сидит, греет. Сейчас мы посмотрим. Я утром давал яичко. Сейчас посмотрим, что тут у нас с яичком. Вот, видите, да? Яйцо она особо не ела. Зерносмесь поклевала. Сейчас посмотрим, в каком состоянии птенец. Итак, снова мы осторожно. Осторожно спугиваем ее от гнезда. Берем гнездо. Вот таким образом закреплены, там они, видите, да? Так.
Вот у нее получается 4 яйца вкладки, один птенец вылупился. Если вот так вот слегка потрусить, потрясти гнездышко, если птенец голодный, он сразу встает и просит. Ну тут, по-моему, сытый птенец. Сейчас мы его аккуратно развернем. Как мы его развернем, не знаю. Попробуем ручкой. Ну, зуб у него, в принципе, пустой тоже. Он, может, просто заснул. Что-то самка его особо еще не собирается кормить. Ну ладно, посмотрим вечером, перед сном, может, накормит. Хотя, в принципе, сегодня у него первые сутки, что у этого птенца, что у этого... О, видите, вот, наконец-то он проснулся и понял, что надо просить еду. Первые сутки, полторы суток, птенцы особо не едят, их там, они не кормят. А вот, допустим, если он сегодня вылупился у нас утром, то к вечеру, а завтра с утра самка просто уже обязана его кормить. В общем, такие вот у меня первенцы 2018 года. Но здесь, я думаю, эти все три яйца тоже оплодотворенные. Я их просвечивал, они были оплодотворенные. А там, получается, где дрались в 13 номере, получилось оплодотворенное только одно яйцо. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, кто чем кормит птенцов. Что лучше давать в первые дни. Я, допустим, в первые дни даю. Первые три дня у меня идет просто яйцо вареное и канареечное, ну, зерносмесь, обогащенная канареечным семенем. С третьего дня начинаю понемножку давать яблоко. С седьмого дня начинаю понемножку давать эту самую морковку. Также с третьего, с четвертого дня пророщенку тоже начинаю давать. Ну, по чуть-чуть. Все, всем удачи в канароводстве. До скорой встречи. Подписывайтесь на мой канал.